В Караганду приехала индийская выставка. Национальная одежда, аромамасла, украшения и, конечно же, настоящий индийский чай. О том, что еще привезла страна Махараджи, узнавала Амина Смакова. Чарующая выставка и жаркая Индия в Караганде. Чтобы удивить горожан, организаторы постарались привезти как можно больше национальных вещей. Украшения, одежда, изделия ручной работы, аксессуары. Все с восточным колоритом. Мы хотим показать народу Казахстана настоящие вещи из Индии, чтобы они могли почувствовать их. Посмотрите данный момент, что есть настоящий товар из Индии. Оформили выставку весьма необычно. Стены были увешаны нитями с натуральными камнями. Авантюрин, кораллы, янтарь, яшма, бирюза и не только. Здесь собрали весь алфавит драгоценных пород. Все камни имеют лечебные свойства, поэтому каждый карагандинец может найти для себя свой талисман. Авантюрин, он камень для тех, кто занимается бизнесом, как бы для сделок, вот хорошо. Также вот большой выбор у нас камней. Неудивительно, что искушенные в моде карагандинки сразу же ринулись в катку с натуральными камнями. Не только разноцветные натуральные каменья привлекают горожан. Ассортимент индийской выставки просто огромен. Придирчивых горожан так просто не подкупить, однако чарующей выставке это удалось. Я для своей девушки здесь присматриваю украшения. Здесь я смотрю столько натуральных камней, очень большой выбор. Думаю, что будет интересно ей. Как любую женщину, в первую очередь интересуют камни, да? Камни, украшения. Выставка очень хорошая. Много интересного. Это и косметики, и бижутерия. Ну, пахнет духом Индии. Думаю, что оправдает все надежды наших жителей. Больше всего подвесочки, браслеты, колечки. Кусочек настоящей Индии, который привезла с собой чарующая выставка, карагандинцы могут попробовать до 29 октября. Мы собираемся еще побольше марта месяца. Вот мы сейчас заказываем контейнера, товар. Марте мы ожидаем, чтобы большая выставка сделали. Горожанам стоит поспешить посетить чарующую волшебную страну Махараджи, потому что если они не сделают этого сейчас, ждать придется аж до следующей весны. Амина Смакова, Габиден Курушпеков, Асхат Айбидулов, Первый Карагандинский.